Задача гаишников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП. Но это надо привести все в нормальное состояние, в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики и соответствующих отраслей. Пожалуйста, я вас прошу, когда вы доведете до конца, вы мне просто представьте окончательный вариант решения, хорошо? Когда решение состоится уже. Если будут какие-то проблемы. Как только будут внесены в закон о самоходных транспортных средствах изменения, я тут же вам доложу. Хорошо, спасибо.